полосок нет. Без полосок? А на срочку встали? А на срочку эти полоски не стали. Я на срочку стала от офтальмолога 2 месяца назад. У вас есть рецепт? А мне его не выписали, потому что говорят, что я только сейчас спросила, только полоски только для регионального. Нам поступают жалобы, что врачи поликлиник не выписывают рецепты пациентам из-за того, что этих препаратов нету в аптеках. Вот, это нарушение закона. В этом случае должна за свой счет покупать эти тест-полоски. Они стоят определенной суммы. Хотя она имеет право получить их бесплатно. На нее выделяется бюджет. Вот, она тем более федеральный льготник. И по федеральной, по региональной льготе она имеет право получить эти тест-полоски. Пациентка сейчас полностью будет обеспечена по тем препаратам и расходным материалам, которые ей необходимы на месяц. Мы составили список топ-20 препаратов, на которых чаще всего приходит обращение, что они отсутствуют в аптеках Мособлминсервис. Мы решили проверить и приехали в муниципалитет, например, Солнечногорск. Партия «Единая Россия» хочет добиться того, что эти препараты всегда были в наличии. И любой житель Подмосковья, имеющий льготу, мог получить их сразу же, обратившись в аптеку Мособлминсервис. Вот. А также есть нарушения в предоставлении отсрочных препаратов. Соответственно, в течение 10 дней нужно предоставить препарат, а предоставится препарат там дольше. До месяца, до двух и так далее. Вот. Этого не должно быть. По закону в течение 10 дней препарат должен получить пациент. Вот. Мы приедем через какое-то время и, соответственно, посмотрим, изменилась ли ситуация. Будем, соответственно, мониторить жалобы жителей Солнечногорска. Вот. И, соответственно, будем надеяться на лучшее, чтобы ситуация поменялась в лучшую сторону.